4 января, Макарова, 10, корпус 2. Отмечаем последний бетон. Придя на объект Макарова 6 июня, я составил график на оба корпуса. По графику Макарова, 10, корпус 2, мы должны были закончить монолит надземной части 3 февраля. Благодаря хорошему слаженному коллективу мы заканчиваем его на 10 дней раньше. Хотелось бы сказать большое спасибо бригадирам Медовяк, Витя, молодой, но очень талантливый бригадир. Впервые на этом объекте он стал бригадиром. Бригадиру Самченко Виталию большое спасибо. Прорабу Мизернюку Дмитрию, Мацюрилю Бумиру Васильевичу, Максиму Вадиме. Я рад, что у меня молодой, талантливый и хороший коллектив. Весь опыт, который мы приобрели на объекте Макарова 10, наш коллектив будет в будущем использовать на будущих объектах концерна «Кроста».